Всем большой привет! У нас вечер пятницы, не сидится нам дома. Дима приехал пораньше с работы, и мы решили поехать в Кауфланд. Там очень большие скидки, сейчас разные, насколько я наслышана, и насколько мне приходили вот эти рекламки от Кауфланд. И хотим поехать посмотреть, что там есть интересного. Нам ничего не нужно для дома, нам нужна только вода питьевая. Возьмем блок воды, может, два точно. Вот. И хочу посмотреть Кенвуд, там вроде есть машина на скидке. Просто пока мы на нее посмотрим. Наверное, покупать точно не будем, не знаю. Цены пока кусаются, но она тоже вроде бы на скидке должна быть. И покажу вам тоже, какие там есть скидки, потому что многие спрашивали. Мы в Кауфланд ездим не часто, потому что туда нужно ехать на машине, пешком далеко от нас, от нашего дома. Поэтому от дома пешком я всегда хожу или в Лиду, или в Эдеку, или в Альди еще бывает, и вот он чуть дальше. Все, в Кауфланд мы всегда только на машине. Вот сейчас выдалась возможность, поедем посмотрим, что там есть интересного. И, конечно, вам тоже покажу. Дима пока сейчас зашел на почту, потому что приходила посылочка, нас не было дома, и нужно ее забрать. 2-3 дня она уже здесь лежит с Алиэкспрессом, что-то там себе заказывал из запчастей, ему нужно было. И все, забираем посылочку и едем в магазин. И берем вас с собой. Так, мы уже зашли в Кауфланд. Здесь у нас всегда начинается все с фруктов, овощей. Что есть на скидке? Яблоки по евро 29, манго на скидке за евро 79. Все красные цены, сразу понятно, которая красная, это скидки. Вон написано шпарен, экономим. Вот что-то у нас мелонен, это дыня по 2,50. И медовая дыня тоже по 3 евро, 2,99. Что еще есть? Пойду сейчас посмотрю масло, что многие про масло тоже спрашивали. Что у нас здесь есть на скидке? Вот красные цены ищем. Особо подсолнечного на скидке нет. Все, вот 4 евро подсолнечное. Там это из дорогих. Из дешевых, что у нас есть, смотрим. Так, Sonnenblumen Oil, не вижу вообще, сколько оно стоит и где. А, вот оно, за 2,69 сейчас в Кауфланде, литровое получается, вот оно такое. Вот, за 2,69. Ну, в принципе, не знаю, мне кажется, что недорого. Ну, кому как. Это у нас идет какое-то в больших этих, это, наверное, рапс. А, это вот это виль. Vivi Oil. Я даже не знаю, что это. Брат Оливен. А, это рапсовое масло. По 5,99. Но это большой бутыль. Получается, сколько литров? 2 литра. Вот это все, что есть. И вот такое еще есть. Рафинированное подсолнечное масло за 2,99. Сейчас на скидке. Было 3,99. 25% скидка. Вот. Это, что касается масла. Иду дальше, сейчас найду Диму и посмотрю, покажу вам муку с сахаром. Людей очень много, поэтому буду стараться по возможности снимать, конечно же, но сложновато, когда столько людей. Что касается муки, смотрим. Это все Динкенмель. Евро 19 идет на скидке. Обычную муку вообще не вижу. Вайцет, вот она. Есть вот такая большая за 2,39, 2,5 килограмма стоит 2,39. И есть еще вот такая маленькая диамант тоже за евро 19. Здесь получается 1 килограмм. И вот такой фирмы. Еще я, кстати, такое вообще не пробовала. У меня стояли диамант или из Лидла, там другая, но не это. И что еще? За 2 евро она идет, но это фолькорн. Тоже это не обычная мука, обычная вот это вайтсенмель экстра. И сахар сейчас на скидке, кстати, видела, у нас в рекламке был, вот кристалл цука за евро 19, 1 килограмм. У нас сахар есть, поэтому брать не будем. Вот так он выглядит. И сейчас на скидке за евро 19. Вот такие вот цены. Ну, здесь много чего еще, я не буду, конечно, все показывать. Пудр цука тоже за 45 центов сейчас на скидке. Еще есть вот такие формочки всякие на скидках по 5 евро все. И вот такие еще тоже 5 евро. Это, кстати, хорошего качества. Я тут брала в прошлом году. До сих пор пользуюсь одной формой еще такой. Вот для выпечки. И на всякие вот кексики. Это на рулеты. Но это все на Рождество. Все готовятся, видите. Полностью на выпечку рождественскую. Все по 5 евро это. Еще в Кауфланде появились вот такие формы для выпекания рождественского гуся. 18 евро.
посмотрите. Называется Gänsebrühe. Вот, смотрите, так выглядит. Такие формы большие. 18 евро на скидке, 55, минус 55%. То есть были по 40, сейчас по 18. Их, кстати, тут много. Здесь еще такая вот фирма Тести. И здесь все от нее. Отдельный уголок, сковородки, кастрюли, все, что хотите. Но я ей ни разу не пользовалась, не знаю. По качеству ничего сказать не могу. Здесь все еще для выпечки всякие, смотрите. Ложки, ситечки и так далее, поварешки, формочки тоже. Цены абсолютно разные. Вот кто пользовался этой фирмой, напишите, интересно, как она по качеству. Ни разу еще не покупала от этой фирмы ничего. Так, ну, в принципе, ради чего мы пришли, чтобы посмотреть. Это вот эта машина кухонная Kenwood. Она сейчас на скидке, 36% скидка. Была 235, сейчас 149. Не знаю тоже, какая она по качеству будет. Но мы сейчас брать, конечно, не будем, но посмотреть хотелось. Написано «Design Great Britain», «Gross Britain». Вот так она выглядит. Значит, здесь идет вот насадки все показаны. Что для чего? Для шинкования. Вот даже есть для корейской вот нарезки, для корейских салатов. 4,3 литра идет объем чаши. И мне почему-то все время кажется, что это мало. Не знаю, у кого кто пользуется такими машинами, напишите, сколько примерно должна быть чаша, чтобы она была стандартная, нормальная для семьи, да? Мне кажется, 4,3 литра маленькая. Ну, так смотришь, вроде бы, как бы, может, и не маленькая. Не знаю. Мне кажется, какая-то маленькая машина выглядит, да? Потому что мы смотрели машину подороже. Она, конечно, была как посимпатичнее выглядела. Вот они все идут здесь. Она, в принципе, все это одна и та же машина за 150 евро кухонная. Не знаю. Наверное, сейчас точно брать не будем. Ну, скидка неплохая. Была почти 100 евро скидка. Ну, как бы нормально так. Так что будем смотреть, пока думать. Дошли до посуды. Появилась, кстати, вот эта посуда. Я ее не видела в Кауфланде раньше. Вот такого цвета, темно-синяя. Других магазинов видела, здесь не видела. И темно-зеленая, еще светлая есть. Ну, это уже была как бы не новая. Пока такой какой-то новогодний не вижу. Есть еще вот в красном цвете такая же сзади. Ну, такая у нас есть, в принципе. Вот. Я все время ищу какое-то большое блюдо и так и не нашла еще в магазинах. Нужно будет, наверное, потом на сайте каком-то заказать большое блюдо, чтобы на стол какое-то там, знаете, там положить, например, там горячее, то есть посередине стола. Ну, это маленькое хочется. Я один раз попала в Вульворте, оно разбилось через 2 дня, треснуло. Понятно, что там качество, конечно, не очень. Так, мы идем дальше смотреть, посмотрим сейчас, что там с мясом, что по ценам. Дошли до отдела с мясом, и здесь прям все цены красные, все скидки. Значит, что у нас тут есть на скидках, показываю. Швайнефлайш за 2 евро идет, это у нас 500 грамм. Дальше за 2,12 еще есть тоже фарш. Потом, сейчас еще посмотрим. Но этот большой, видите, Швайнундринт, я так понимаю, не на скидке. Вот он идет 4 евро и за 8 евро большой. Скидок здесь я не вижу на нем. И сейчас еще покажу, что тут есть. Так, это на гамбургеры. Котлета уже готова, евро 50. Я надеюсь, меня слышно, потому что здесь орет. Евро 50. Дальше 4,44, это я не знаю, что... А, это шницель. Это шницель, вот. И, в принципе, все остальное вот как бы не на скидке. А я же вам обещала скидки показывать, поэтому показываю скидки. Риндер тоже, это риндер, это говядина, молодой теленок, 10,58 стоит. Здесь за 1 килограмм вложу 24% скидка, вот он, я так понимаю. Вот кусок, в принципе, неплохо выглядит так. Так, и сейчас еще пойду посмотрю свинину. Вот свинина тоже на скидках. Всякие стейки по 6 евро. Это у нас швайнкотлет за 4,60. Кстати, 8 штук. Неплохо. 41% скидка. Вот такой большой. Может быть, даже сейчас возьмем его, потому что цена хорошая. Так. И здесь еще на шницель тоже скидка 6 евро. Идет за 4 штучки. Вот такие. Где он? А, вот это он и есть, да. Так. Здесь вообще огромное такое, смотрите. Огромные такие куски.
Так, я пойду посмотрю сейчас куриное мясо с индюшином. Оно на другом этом стеллаже, в другом отделе. Так, есть на скидке курица. Вот она идет за 7 евро. Вот такая большая. А, вот. Такая упаковка огромная. Что еще тут есть? За 4,44 на скидке тоже. 25% скидка. Это филе куриное. Вот оно, обычное филе. Сейчас покажу поближе. Здесь 600 грамм. Вот. В принципе, наверное, все из скидок. А, вот здесь еще скидки. Но это уже Gordon Blue. Вот эти уже готовые. В панировке во всем. Но они уже... Мы такое обычно не берем. И надо будет еще сейчас посмотреть. Там отдельный холодильник, где обычно... как они называются? Целая, да, птица. Вот сейчас многие берут на... Уже заранее берут замороженную на Рождество. Гусей, уток, все, что есть. Сейчас посмотрим, что там есть в этом холодильнике. И сколько стоит. Ого, цены, посмотрите. Так, смотрим. Юнге Ганс, вот, молодой гусь. Стоит... Там. 73,55. Ничего себе цена. Это килограмм 16 евро получается. А, ну он большой, почти 5 килограмм. Вот такие гуси, представляете? По 5 килограмм. Это вообще 73 евро. Что еще есть? За 10 евро тоже ганс. Это польский. Написано польнише. А вот. Я не знаю, почему этот такой дорогой. Дитмахер. Это какой-то, наверное, не знаю. Но он и больше, понятно, тот маленький. Здесь за 10 евро, который он идет 3, с 3 до 4 килограмма. Этот уже 5. Большой уже, правильно я понимаю? Ну да, 4600. Весит один. Вот такие цены на мясо в Kaufland. Так, тоже на скидках молодая индюшка. Вот, Юнге путает. 15-10 скидка 25%. Здесь 25%, везде 25% скидки. И вот, уже 3 штучки осталось здесь. И там еще зупен, короче, набор какой-то для супа тоже. На скидке с 2,95. Везде продаются вот эти еще, как я их называю, утятницы. Для гусей, утей и всех для запекания. Так, по сливочному маслу скидок особых не вижу. 3,29, 3,09. Много, скорее всего... А, вот, есть. Вру. Есть на скидке, если это оно. Ой, вот это известное Kerrygold. А сколько оно стоит? А, Swedish Chardonnay. А, 2,19. Вот это оно на скидке. Правильно? Правильно. Вот, за 2,19 было оно, наверное, подороже. Осталось одно. Сейчас я его, наверное, и возьму. И иду дальше. И вот такое еще есть по 2,19. Вот, светлое. Появилась еще новогодняя нутелла. Сейчас покажу. Можно сказать, что новогодняя, украшенная всякими наклейками. Вот она такая идет. Здесь получается сколько? Где она? 750 грамм. 750 грамм стоят... Так, 450 грамм вот такая стоит обычная 3 евро, а 750 грамм вообще не вижу цену. Вообще не бачу. Главное не забыть свой йогурт с маслом. Так, 750 грамм, 750 грамм. Сейчас найдем, это тоже 450. Вот это, наверное, она здесь. Но все равно цены нет. Очень странно. Там мега, мега странно. Вот она тоже здесь идет. 750 грамм. А по килограмму нет. Все по 750. Мы нутеллу не особо едим. Сейчас найду цену, скажу вам, сколько стоит. Здесь Kaufland в скидках. Вот везде написано. Скидки по всем отделам. Я же по всем отделам прям не хожу. Мы взяли мясо, вот это, о котором я говорила. Йогурт, масло сливочное, фисташки. И сейчас нужно еще пойти взять эту воду. И Дима вроде пиво хочет. И все. И едем уже домой, потому что немножко уже устали. Так, быстренько показываю, что мы взяли в Kaufland. Совсем немного. Мясо это, которое уже показывала. Здесь, в общем, на 5,47 оно вышло. Килограмм 200. Кило 200. 8 таких вот
стейки я их называю. Не знаю, как правильно. Очень вкусные, кстати. Дальше взяла вот такой греческий йогурт. Тоже не первый раз его берем. Очень вкусный. Ну, это пиво Дима себе взял. Берет всегда только вот это. И именно Hell вот этой фирмы. Говорит, что оно самое вкусное. Взял 4 бутылки. Дальше взяли такую воду в стекле. Сейчас покажу. Вот такую одну попробовать. И такую. Они одна газированная, одна среднегазированная. Вот. Ну и взяли блок воды, тоже обычный питьевой. Это пиво тоже вытаскиваю. Так, вино хотела показать. Решили тоже бутылку вина взять, что мы сегодня больше по алкоголю и по воде, в общем. Вот такое вино взяли, шардоне, белое сухое, я так понимаю. Насколько я смотрела, французское. Стоит 10 евро. Думаю, что будет вкусненько. Так иногда, знаете, хочется за ужином что-то довыпить. Так, сейчас пиво вытащу, его попадает. Все, что может попадать. Так, что у нас есть здесь еще? Вот такая рыбка, решили ее попробовать. Еще ни разу такое не ели, она какая-то новая. Вообще сейчас много новых вот этих появилось. Вот взяли вот такое, она вроде копченая там какая-то. Попробуем, потом расскажу уже о своих впечатлениях. Это Дима взял себе фисташки в пиво. И все. А, и масло сливочное. Вот оно. Все, в принципе, это все. Все покупочки на сегодня.